здесь население. Мне говорили о том, что я слышу на украинских каналах, что здесь люди захвачены террористами, они мечтают вырваться отсюда, но не могут, потому что вооруженные люди их не пускают. Вот мы ехали по городу, на наших машинах были георгиевские флаги, георгиевские ленточки, все махали руками, все улыбались. Я вижу здесь детские машинки перед городским советом, вижу мам с детьми. Я не вижу, что кто-то пугался здесь кого-то. Я не вижу того, чтобы кто-то пугался вооруженных людей. Но я так понимаю, что все очень боятся, что если начнется штурм и придут другие вооруженные люди. Не народная самооборона Донбасса, а те, которые придут сюда наводить порядок. От этого порядка могут погибнуть люди. И это неправильно. В любом случае, мы привезли мир, и мы точно не дадим возможности заблокировать город Славянск. Это нарушение всех законов, это нарушение Конституции. Никто не имеет права блокировать города без введения чрезвычайного положения по всей стране.